В Красковье возобновилось движение маршрутных такси номер 1 и 19. С такой просьбой в администрацию городского округа Люберцы обратились жители поселка, которые добираются на общественном транспорте до железнодорожной станции. Мои коллеги расскажут все подробнее. Маршрутки номер 1 и 19 курсировали от улиц 2 Заводская и Школьная до железнодорожной станции Красково. Жители поселка неоднократно жаловались на сбои графика движения микроавтобусов. В конце прошлого года транспортная компания и вовсе прекратила работу на этом маршруте. Люди страдали, конечно, неудобно. Молодежь, может быть, они как-то вот и... Но все равно утром все спешат. Утром все спешат, дорога каждая минута. Студенты, взрослое население ездят в Москву на работу, студенты в Москву, в Жуковский. Пробки на дорогах, а электричка – самый надежный вид транспорта. Администрация городского округа Люберцы заключила договор с новой транспортной компанией. Теперь маршрутные такси следуют четко по графику. Сегодня вышла на эти два маршрута, первый и 19-й, компания «Автоновия». Вот добавила на первый маршрут одну единицу транспорта по просьбам жителей. Мы мониторим ситуацию. Вот мы с жителями сейчас переговорили. Как бы я не услышал ни одного нарекания или возмущения. То есть как бы мы движение нормализовали, что касается и часы пик. Перевозчик добросовестно относится к своим обязанностям, к графику, здесь все соблюдается. Возможность добираться до станции Красково появится и у жителей деревни Марусина и ЖК «Жемчужина Коренева». В ближайшее время для них заработают маршруты номер 2 и 3. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.